Есть на лицо. Надеюсь, в следующем году мы повторим, да? Итак, друзья, добро пожаловать еще раз. Я хочу, во-первых, сказать всем спасибо, что вы танцуете, всем спасибо, что вы принимаете участие в конкурсах. Танцы — это здорово, это весело, это полезно. Итак, я, прежде всего, я хочу приветствовать тех гостей сегодняшнего конкурса. Наши постоянные гости город Ставрополь здесь, с нами. Для вас обслуживают. У нас есть счетная комиссия Андрей Григорьев и Ирина Трипалина. У нас есть наша любитель Алиса, где она там находится, она на ручке. Все вопросы касательно хозяйства, можете к ней смело обращаться. У нас есть диджей Серж, который ставит музыку. У нас есть фотограф Толя Паничева. Видеооператор Алена. Где она, Алена? Где-то тут. Да, вот она здесь. И там еще Аланечка у нас стоит с камерой, когда снимаем. И представляю судьи сегодняшнего конкурса, которые сегодня будут вас судить, оценивать, поощрять, надеюсь. Давайте начнем с меня. Судья номер 5. Это я, Алексей Посадилов, Касабланка. Судья Бога Победы. Судья номер 4, Кошман Петр, Таганов. Судья номер 3, Рабаджиев Алексей. Судья номер 4. Дебют судейский на сегодня. Елена Середина, город Ставрополь. Рабаджиев Алексей, Кошман Малыша. И главный судья, судья номер 1. Юрий Юрков, он же деточки, по сегодняшней номинации, у нас сегодня 4 номинации рейтинговых, это E-класс, D-класс, Beginners и Rising Stars. Начинаем мы с E-класс, с Beginners, потом идет E-класс, потом идет D-класс, потом идет Rising Star, потом идет D-класс. Да? В E-классе и в бигинерах у нас будет тур надежды, поэтому у всех будет второй шанс дан. Можете как бы немножко не так напряженно танцевать. И более подробно еще раз вам расскажет обо всем Юрий Ярков. Все, кто сегодня выступает на турнире в первый раз в качестве главного судьи. Да, ну на самом деле ничего особенного. Я надеюсь, турнир пройдет просто по-домашнему. Правила АСХ, надеюсь, вы знаете, они довольно простые. В E-классе у нас ограниченный набор фигур. Не пытайтесь удивить судей какими-то экзотическими фишками в E-классе. Ну, либо не заметим, либо штрафуем, в любом случае это не поможет. В E-классе тоже есть свои правила, танцуют только на 4 счета, в остальном почти нет ограничений, не нужно делать акробатику и длинные разрывы. Вот, и еще в E-классе и в райзингах мы хотим, чтобы у вас были приличные костюмы. Все? Да, по-моему, все. Не относитесь очень серьезно, хотя турнир – это классная штука. Турнир по правилам АСХ – это очень крутая вещь, которая развивает ваше танцевание, даже если вы вылетели плохо, выступили. Оценят вас, во-первых, потому как вы станцуете. Здесь случиться может всякое. Вы были сейчас хороши, потом вы споткнулись. Оценят не то, какими вы были там, а оценят то, что случилось здесь. Плюс вы можете быть на более-менее одинаковом уровне, одному судье понравилось то, другому судье понравилось это.
в итоге вас провели, а вас не провели, и не принимайте это близко к сердцу, воспринимайте только как свой меру собственного прогресса. Все? Да, все. Вот, и на паркете у нас не очень много места, поэтому заходы, где будут ГНД, beginner и rising, старайтесь не сталкиваться, за столкновение будем вас нападать. Вот, вообще я планирую сегодня проявить себя как дома. На всякий случай улыбайтесь, танцуйте хорошо, вовсе не танцуйте.